Рисовали рисунки цветные. Сцели. Да, смотрелось некрасиво. Ну, а мы хотели, чтобы красиво было цветными рисунками. Егор и Илья – уличные художники. Сегодня ночью брагинские Пикассо и Дали украшали унылые пейзажи местного двора. Придавали пастельные оттенки серому зданию магазина на улице Моторостроителей. Да вот беда, мимо проезжала полицейская машина. Дежурному наряду сей абстракционизм по вкусу не пришелся. Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, выявили двоих молодых ярославцев 22 и 21 года. Правонарушители были доставлены в отдел полиции Дзержинский УМВД России по городу Ярославлю. С них взяты объяснения, изъяты 15 баллончиков с краской. Творение граффитчиков, вероятно, останется незаконченным. Если парней поймают за магазинным художеством еще раз, придется рисовать небо в клеточку. После посещения полиции тяга к граффити не прошла. Проектов, говорят, много, только стенок мало. Понимаем, незаконно, конечно. Ну да, но возможности как бы законно так рисовать особо немного. Чтобы договориться с властями, это сложно. Какую-то стенку, чтобы это на сколько инстанций пойти, администрации там, не администрации. Ну да, мы же не что-то плохое рисовали, не какое-то там. Не нацистская, не экстремистская, а просто что? Рисуночки свои какие-то. Из полицейского участка Егора и Илью выпустили только что. Еще от краски руки отмыть не успели. Впрочем, из всех зол пестрые рисунки на стенах – самое безобидное. Капли аэрозольного колера – это не алкоголь или наркотики, а признаки самовыражения. Осталось, чтобы ярославские власти заметили таких художников. Таланты ведь редкие, пропадают. Следует просто направить их энергию в мирное русло. Например, на покраску панельных домов. Привычное движение плюс польза обществу. Юрий Кораблев, Антон Смирнов. День в событиях.